друзья, мы находимся в Республике Дагестан. Я всегда говорю, что в Дагестане больше, чем камня, ничего нет. И вот сегодня мы находимся на месторождении Перевальное, мраморизованного известняка. Утвержденные запасы здесь 1 миллион 600 тысяч кубометров. Чтобы эти 1 миллион 600 тысяч кубометров взять, надо сверху еще снять 1 миллион 300 тысяч кубометров. Итого это перелопачивать приходится порядка 3 миллионов кубометров горной массы. На самом деле это уникальное месторождение бежевого цвета, самого востребованного не только в нашей стране, но и везде во всем мире. Бежевый цвет – это теплый цвет, теплые цена очень ценятся. Мы уже работаем порядка 30 лет. Перерабатываем здесь, отсюда вывозим на завод в город Махачкала. Там на импортном оборудовании перерабатываем этот замечательный мрамор, делаем из него красивые изделия. Подоконники, ступени, лестницы, столы, столешницы, балясины, камины. В общем, одним словом, мы делаем все, что можно делать из камня, за исключением ритуальных камней и услуг. Остальное все мы делаем. С каждым годом стараемся увеличить спектр или количество, или направление нашей работы. Пока нам это вроде удается. Каждый год мы ездим на выставку в город Москву, международную выставку. В этом году была 20-я юбилейная выставка, где нас отметили, признали, дали подарки нам за то, что мы 20 лет подряд, ни один год не пропуская, принимали участие в этой выставке. Благодаря тому, что мы на качественном оборудовании стараемся делать качественные изделия. Дагестан богат различными видами известняков, одним из которых является мраморизованные известняки, такие полезные ископаемые, которые могут быть использованы как строительные материалы для облицовки, для производства различной крошки. Верхняя часть трещиноватая, эрозия вследствие проникновения атмосферных вод, атмосферных осадков. Глубина там 10-15 метров примерно начинается достаточно хорошего качества мраморизованные известняки. Кроме этого месторождения, недалеко здесь же находится другое месторождение, называемое Родниковое. Перспективы есть возможность вовлечь в разработку и это родниковое месторождение. Вы видите, как разрабатывается перевальное месторождение. Анна. При разработке месторождения используется канатное распиливание, то есть блоки распиливаются канатами. Здесь используется итальянское оборудование. Образование трещин. Когда начали разрабатывать месторождение, был учтен рельеф местности. Этот же рельеф позволяет наиболее целесообразно вести распиливание горного массива. Разработка месторождения идет фронтом, разработка на глубину
проблематично.